у организаторов должно быть глина, пластилин, должно быть это. Я сейчас был в Мексике, мне позировал мэр города, например, Канкуна. Я вылепил портрет. Или я был сейчас в Ингвольд, есть такой город. Я тоже лепил мэра, давал мастер-класс. Тоже в Мексике? Нет, это уже Южная Корея. Там очень много стран, в которых я работаю. Приходят артисты очень известные, писатели. По-разному. В следующий раз обязательно, думаю, это будет первое посещение, попытка такая познакомиться с городом. Обязательно будет еще выставка. И обязательно мы уже сделаем мастер-класс, когда плечо будет позировать, я буду его лепить. А Дропека приехала? Не знаю. Скажите, а почему так много свиты у вас? Причем такой свиты, хо-хо. Ну вот чиновники с вами приехали, деятели искусства. Почему вы их окружаете собой? Еще ж небось и деньги тратите, финансируете их проезды, понимаете ли? Никогда в жизни я не заплатил ни одного рубля за прессу, ни одного рубля за чиновника. Я абсолютно независим. За мной нет ни одной государственной структуры, лично за мной. За мной нет практически никогда. Вот впервые кто-то мне пытается организовать выставку. Вот это правда. Вот Владимир Билан, он, Григорий говорит, да, может сделать выставку для Ростова? Я ростовчанин. Я говорю, пожалуйста, если можешь, сделай. Ни грамму, никому, никогда. Почему меня окружают такие люди? А потом я президент Международной академии доброты. И это та академия, которая дает людям смысл, как жить, как идти дальше, как быть. Я ответил на самый главный вопрос. Почему люди живут плохо? Кто виноват? Царь, Ленин, экономика, ничего подобного. Люди живут плохо, потому что перестали быть добрыми. В русском слове «доброта», в русском слове «доброта» и самое главное, весь смысл. Добрый – это добрый, и добро – это богатство. Поэтому мой отец, я родился в ГУЛАГе, мой отец был сослан в Сибирь. Он был кочегар, простой человек. Когда его хоронили, он случайно погиб возле дома, сбил мотоцикл. Когда его хоронили, его хоронило 1500 человек, его несли 3 километра до кладбища, хотя рядом ехала машина. Он был просто добрый, неграмотный, добрый, он был из народа. И поэтому все зависит от нас, от самого человека. Вот я поставил 70 памятников в 40 странах мира. Представляете, 70 памятников. 40 стран мира. Я ставлю памятник Толстому, Достоевскому, Чехову, Пушкину. Вот на Филиппинах стоит мой Пушкин, напротив мэрии. Вот я приехал со своим арт-директором. Меня принимает МИД, устраивает прием отдельно. Меня принимает мэр города, отдельный прием. Посольство наше, отдельный прием. Почему? А ты даришь, ты отдаешь. Понимаете, и оказывается, наши русские писатели там живые, на Филиппинах, живые в Мексике. Они на них учатся, они растут. Для нас они уже умершие и прошлые, наша история. А для них нет. Для них они просто живые. И потом дают самые лучшие места. На Филиппинах, на острове Сибу, новое здание построили. И там установлен Толстому. Так же, так как президент Академии Доброты, я ответил на вопрос, как должны жить люди? Как должны жить люди между собой? Как должны жить государства между собой, они должны использовать принцип доброты. Все сложные проблемы между государствами, между людьми должны решаться с использованием принципа доброты. Закон застывшей несправедливости. Многие законы с позиции силы приняты. Это надо изменять. Как? А использование принципа доброты, это никто не обижает. И мы памятники в Китае, символ доброты одуванчик, в Мексике, на Филиппинах, в Германии, в Австрии. В 15 странах мира. Надеюсь, одуванчик полетит когда-нибудь и в Ростов. А вы всегда дарите памятники, да? Поймите одну вещь. Я всегда дарю память. Естественно, да, мне заказывают работу иногда. Вот, например, я сделал памятник великому поэту на Филиппинах Хосе Рисалу. Конечно, мне заплатили за работу. Это был филиппинский поэт, это был заказ сенатора. Но 6 памятников я подарил Филиппинам. Достоевского, Толстого, символ доброты, Пушкина. А вы везете их из России или они предоставляют материал, а вы лепите их там? Вы знаете, вот когда я был в Македонии, хотели сделать память погибшему президенту Борису Тройковскому, я приехал со своим ассистентом, и мы прямо там на месте просто вылепили работу. А они там отлили. Но, как правило, все делаю в России, а потом просто отвезу. Естественно, наличные средства или какие-то друзья помогают. Кто-то помогает с перевозкой, кто-то помогает с глиной, кто-то с пластилином. Вот так складывается. А скажите, пожалуйста, вы сегодня, вот откуда узнали вы о нашей девочке больной? Написано «Эмилия Крузе», будет в честь нее и в честь какого-то мальчика. Кто эти люди? Сейчас объясню. Вы понимаете, я всегда принимаю участие. Вот мне просят, говорят, дай свои работы для благотворительности. Вот только что был
радио «Классика», если вы знаете, есть такое знаменитое, оно постоянно обращается. Вот они вот буквально несколько дней назад проводили аукцион. Они попросили у меня работу. Естественно, я отдал работу. Я банк купил за 100 тысяч рублей эту работу. И она пошла в помощь. Когда мне сказал Владимир Билан, что вот надо провести аукцион, просто помочь. Даже если мы отдельно взятому человеку поможем, хотя бы одному, уже добро побеждает. Кто-то должен отдать ей работу, кто-то должен это организовать, кто-то должен привести, кто-то должен сказать, что есть беда. И когда есть беда, мы все сообща должны помогать. Скажите, а сколько работ будет сегодня продано в пользу этих бедных детей? Вы знаете, сколько вот купят? Вот сколько любую можно будет? Все. Вот будут в две выставлены аукционы, но в принципе любые работы. Скажите, пожалуйста, почему, ну не скажу, никто не знал о вашем приезде, а почему так мало людей знали о том, что сегодня будет аукцион? Вот я боюсь, что не придут бизнесмены. Вы знаете, я отвечу. Я не занимаюсь организацией. Я отдаю, я помогаю, я делаю. Этот вопрос не совсем ко мне. Спасибо вам большое. Счастья. Я удивлюсь этому вопросу. Просто.